Направление спорт-шик поначалу казалось весьма противоречивым, но со временем спортивную одежду с декоративными элементами приняли и полюбили за удобство и возможность даже в неформальной ситуации чуточку себя украсить. Спорт в данном случае выражается не только крупным лого или многослойностью. Стилю присущи мягкие фактуры, свободные силуэты и декоративные элементы, подчеркивающие, что этот аутфит не для спортивного зала. Также стилисты рекомендуют выбирать базовые цвета, да и те совмещать в количестве не больше трех в образе. Весной и летом преображение в имидже – потребность почти физиологическая. И если спортшик до сих пор обошел вас стороной, сейчас самое время внедрять его в свой гардероб. Ну а куда отправиться в такой одежде – на прогулку в парк, на свидание или же на встречу с друзьями – каждый будет трактовать в меру своей смелости.